Вот и подошел к концу муниципальный этап конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы 2023». Участники с нетерпением ждали результатов, а зрители наслаждались концертной программой, подготовленной воспитанниками школы номер 6 имени героя Омарова. В этом году конкурсанты были намного подготовленнее. Они намного повысили свой профессиональный уровень. Я очень надеюсь, что конкурсанты сами понимали свои какие-то минусы, сами понимали уже свои достижения, свои умения. Напомним, что педагоги проходили конкурс в двух этапах. Первый этап – это самопрезентация, а второй – проведение мастер-классов на тему, выбранной самим участником. Отметим, что победитель конкурса будет отправлен на республиканский этап, где ему придется бороться с педагогами со всех уголков Дагестана. Эти два дня не просто там соревнования, они должны вас чем-то обогатить. И я думаю, что каждого из вас они чем-то обогатили, правда? Вы что-то увидели для себя интересное, вы, может быть, еще чуть ближе познали друг друга. Дай Бог, чтобы ваше сообщество было дружным, крепким и дальше. Ну и поскольку конкурс – это конкурс, ну, так бывает, что кто-то побеждает, кто-то нет. Главное, чтобы вы в своих глазах всегда были победителями. Оценивали участников настоящие профессионалы. Кандидат филологических наук, декан факультета дагестанской филологии ДГПУ Зайнаб Омарова, учитель табасаранского языка и литературы, корреспондент газеты «Зори Дагестана» Мейлан Ниджефов. Кандидат филологических наук, заместитель декана по научной работе и информации факультета дагестанской филологии ДГПУ Фаина Казимагомедова и многие другие. Во время торжественной церемонии ведомства города решили поблагодарить жюри и преподнести им именные грамоты, грамоты и подарки. Неджефов Мейлан Газимович, учитель табасаранского языка и литературы, Неджбюрская Солчакийского района, корреспондент газеты «Зори Табасарана». Завершилось мероприятие церемонии награждения. По итогам данного конкурса обладателем третьего места и сертификата на 15 тысяч рублей стала учитель родного языка и литературы школы номер 9 Асли Мусаева. Второе место и сертификат на 20 тысяч рублей получила педагог школы номер 4 Изабелла Магомедова, обладательницей заветного первого места и сертификата на сумму 30 тысяч рублей стала учитель Каспийской гимназии номер 11 Фариза Раги. Стоит подчеркнуть, что все конкурсанты получили благодарственные грамоты и призы за участие. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».